Представьте себе потрясение Иакова. Оно было настолько сильным, что передалось поколениям спустя. Его лестницу запечатлели как минимум 16 картин классиков, таких как Михаэль Вильман, Джеймс Тиссо и другие. На этот сюжет Дмитрий Смирнов написал музыку, а физики использовали это название для опыта с двумя электродами, между которыми электрическая дуга поднимается вверх. Такой интерес к этому сну не случайен. Дело в том, что сон Иакова в действительности откровение от Бога. Лестница, которую увидел патриарх, должна была обратить его внимание на то, что в суете своей жизни он не замечал, и что сегодня зачастую не видим и мы. А что же нам с вами нужно увидеть? На что указывает нам лестница Иакова?